Всем привет, канал Ирина Цветики. Сегодня смотрим орхидеи, город Краснодар, магазин, садовый центр «Лето». Ну, тут в последнее время, ну, не то чтобы уценки, но по сниженным ценам. Цветочки, ну, вот сортовые, вот и принц, ягуар, леопард, то есть. Монако, смотрите. Прекрасный цветочек, даже там мутация цвета есть небольшая. Стоил 2000 рублей, и вот скидка. Я показала, по-моему, 50%, да? Показала, значит, за 1000 рублей. Вот такая мультифлорка есть. Тоже была 2000, 41 рубль. Ну, я спросила, это уже как бы с оценкой или без? Нет, это были цены такие, теперь уценочка вот 50%. Ну, в основном белые, вот такие пестренькие. Встречается розовый, вот принц леопард. Вот тут интересный, но он, правда, вянет. Но довольно интересно раскрашенный цветочек. Вот. Мутация такая в лепестках. Цветовая. Ну, то есть можно выбрать сортовой цветочек по гораздо лучшей цене, чем они стоят в магазинах. Вот смотрите, какая красота. Бледно-бледно-розовый. Прожилками и красивым красно-оранжевым язычком. Крупные белые. Их много. Белых, я имею в виду. Ну, орхидеи. Пол столика занимают только. Небольшой обзор. Ну, вот несколько штучек интересные. Ну, и белые в основном. Вот это вообще будет, наверное, за 700 или 600 чем-то рублей за 700. Карибская мечта. Причем состояние неплохое, не засушенные. Ну, слегка подсушенные, конечно, уже ж плохо им стоять. Давно здесь не была, неудобно сюда мне. Теперь стала поворачивать. Ну вот, выбрала момент, проехалась посмотреть. Там со скидкой, а вот оценки, смотрите, какие оценки. Прекрасные розовые дендробиумы, но они отцвели, цветочки вот остались, видно, что цвет розовый. Очень много ростиков и прям такие большенькие, 50% скидка. Стоили 2306 рублей, значит, до 1150 рублей. Ну, бульбы хорошие, наполненные и ростовки. Очень даже, смотрите, какие. Блестящие, высокие. Цвет видно вот тут розовый такой, ну малинового обычный привозят. И белый. Вот. Белый цвел гуще, можно так сказать. Вот. Ну, возможно, она и на старой бульбе еще подцветет. Ну, не так пышно, конечно. Пышно они цветут на новых бульбах, если при хорошем уходе они. При перепаде, они любят перепад холода с теплом. Вот такая красивая. Тоже на оценке 50%. Не нашла я ее первоначальную цену, не зайдет с той стороны. Ну, наверное, тоже 1200-1300, как и остальные. Много зелени, варигатной. Ну, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.